За эти выходные в республике произошел 51 пожар. В 43 случаях причиной стали полутравые сжигания мусора. И это несмотря на то, что за сжигание сухостоя строительного мусора предусмотрена административная ответственность в виде штрафных санкций. Предупреждение или штраф на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юрлиц от 150 до 200 тысяч рублей. Глава Чувашии обязал глав муниципалитетов предоставлять ежедневный отчет о противопожарной ситуации и причинах возгораний.